Потапенко. Смотрел вебинар и рад тому, что вегетативная гравитация, как деревце, пробивается сквозь асфальт захоронения знаний. А сколько сил, знаний, мыслей было уничтожено? Ну, скорее забыто. Да, и уничтожено. Да, и людей тоже. Чтобы генетика Вавилова была бетонным погребом в науке, рождается всякие свободные мысли и экспериментов. Ну, тут не все так однозначно, Анатолий. Вавилов сам в тюрьме погиб. Вот. Время такое было. Страшное время. Может быть, вы понимаете, если до этого недавно, еще там 5, 10, 20 лет назад, расстреливали людей тысячами. Вот, это было нормально. Науки, конечно, не каждого второго расстреливали, но тоже всего хватало. И я вот взял, привел, это моя фраза, там на Олимпе кому-то придется потесниться. Это сказал один из башков, который хотел стать главным богом. Так вот, Олимп это, значит, ректор, проректор, директор, академик, президент Академии наук. Вот это и есть Олимп. Там действительно тесно. Стоило было обрать одну школу, все за эти места были заняты. А те, кто их занял, их идеология не позволяла делать то, что делал тоже, как только с пьедестала Лысенко скинули. Разве можно продолжать? Нет. Вот. Тоже Чарльз Дарвин был сторонником вегетативной гравитации. Сам Чарльз Дарвин гений. Это тоже никого не смутило. Вот. Ну а про Мичурина что говорить? Трудяга, работяга. Ну, с задним числом. Такой же, как мы с этим, с Бродским, Бодзером, с этим самым, с Латинковым. Такой же был. Часовых мастер дел. Копался в суду. Оказался востребован. И без всяких там этих диссертаций. Вот тебе академик. Готовый. Вот. Сейчас бы надо, чтобы наоборот теперь наших туда, вроде Алексея Калисея, еще раз тебе с днем рождения. Вот таких бы туда. Но, извини, сейчас не те времена. Сейчас даже если это все спускает на тормозах, я же пытался. Я Путину подправлял, Лукашенко отправлял. Отправлял диски, отправлял книги, отправлял все, что накопилось, все знания. Не нужны. Представь себе, отправили там вот ваша книга. Помещена в президентскую библиотеку. И вот, представляю, вечерами президент заходит в библиотеку и читает мою книгу. Представили? Что смешно? Пойдем дальше. Снова Анатолий Потапенко. Задумался над трудами и выводами Мичурина и сделал шокирующий для меня вывод о том, что его путь мог быть продолжен и придется Родине, и народу продуктовую безопасность и насыщение фруктами и витаминами все северные земли нашего государства. Но намеренно сдерживались с целью перевода закупки зарубежных фруктов и овощей. Вот. Ну, я тут фразу такую вставил, крылатая. Может, кто помнит это? Эту песню. Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели. Дело в том, что я злой настолько, что я представляю, ко мне иногда прилетает грязь, она без как-то, там нет оснований для, это просто грязь, знаешь. А доказать, что я не прав, такого и близко нет. Просто обычная грязь. А представляете, те, кто учил, вот калечит, смотришь, 100 тысяч просмотров, 500, 600, 700, тысячу, то есть миллион. А есть еще и 2 миллиона и больше. И вдруг до такого человека дойдет, что это все было напрасно, что сколько людей уничтожили деревья. Представляете? Вот тут получается, что меня не надо жалеть, ведь я никого не жалел. Вот эту я песню переносил. Но я пытаюсь быть немножко объективным. Посмотрите, я не согласен с вами. Намеренно сдерживался перевод на закупку. Все было не так. Не было никаких внутренних врагов и предателей. Ну, то есть те, которые хотели уничтожить, чтобы закупать за импорт. Нет. Я пишу, мы сами уничтожили садоводство. И только потом, вот представь себе, ну нету ничего. Я жил на риске.
На Новый год мы ели апельсин только раз в году. На Новый год, так. Вот. Еще по талонам, или как они назывались, по наборам были. В наборе было одна, обычно не больше одной банки, так называемая. Ну что, вот такая банка, даже не трехлитровая, это вот такая банка. В ней плавало несколько кусочков яблок, несколько кусочков груш и, может быть, пару сливок. Это называлось компот. Это болгарский, это вот. Но не круглый год, что я люблю есть у меня это. На севере, а я жил на Риске, когда север осваивали, люди гибли, вначале сыпали зубы. Потом люди умирали, здоровые ребята, просто умирали. Было полно оленины, уж я-то наелся, я охотник, да, вот, полно рыбы, я рыбак. Но если бы не было бы вот этой вот, то, что еще к нам завозили, там лук, морковку, свеклу, вот этого бы не было. И редко-редко фруктами, да. Значит, круглый год были только, у нас на севере, круглый год были только трехлитровые банки, сливовые назывались, так, и трехлитровые банки яблоневого сока. То есть где-то на юге это производилось, и к нам присылали. Вот это было, все-таки это. Немного зубов осталось до сих пор. Вот. И получилось так. Значит, мы вначале уничтожили садоводство. Оно было, знаете, каким? Убыточным, страшно. Ни один сад не мог давать прибыли. Чуть что не так, он стоит пустой. Вот. Разворовывали страшно. Я знаю, что было на Украине, когда я приезжал в гости. Это было, допустим, 70-80-е годы. По ночам люди воровали, эти же самые мои земляки и мои родственники. Меня, правда, не приглашали. Они брали велосипеды, мешок один набирали, второй вот так на раму навешивали, вот, и толкая велосипед бегом. Некоторых ловили. Вот, ловил лично председатель. Вот. Это было. Вот. Потому что другого пути наесться не было, так как это все потом на барже вывозилось. Херсонская область, Береславский район, и так далее. А это было. Так, потом, что я видел, допустим, Липецкая область. Ой, нет, все, не буду. В общем, получилось так. С каждым годом сады-то были убыточные, но их поддерживали. А вместе с перестройкой все это рухнуло. Цепочка рухнула. Никому не нужны теперь новые сорта, и старых-то нету. А мы еще поддерживается вот такая нищенская, чуть-чуть ручеек поддерживается НИИ, вот эти вузы, которые не выпускают путник специалистов, таких как Савинич, а у нас пальцев меньше на руке, на всю страну. Серьезно. Вот. Несколько, и те среди нас, они там где-то, которые действительно могут вырасти сад. И получается, уничтожили. Ну, человек приходит в магазин-то, там же редко-редко. Но там есть все абсолютно, вплоть до ананасов. Помните, ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний, приходит буржуй. А сейчас буржуев нет века. Ну, в смысле, буржуи есть, но и ананасы есть. Покупайте, были бы деньги. Все есть. И попробуй теперь восстановить свое садоводство. А то, что оно без единой этой самой. Без единого этого, я потом ниже покажу. Ни одного миллиграмма нет яда, это никого не волнует. Так что вы не правы, это вынуждено. Ну что лучше? Зубы выпадут, как на севере, цинга и это. И люди умирали. Или жрать отраву. За травмы привычные, сами знаете. И я вот тебе вынужден был написать реакцию на ваше письмо. Алчность, держащих этот процесс в стране, безгранична и навсегда. Да? Навсегда. Снизу мы поднять не сможем. Сказать почему? Просто два последних вебинара видела там за 2 недели меньше 400 человек, а последний тоже меньше 400 человек за неделю. Вот. А я потом показывал, буду показывать, там, где написано, как это все аккуратненько надо обстричь дерево, от лишних веток избавить, вот, это самое, потом купить яды, чтобы тут же надо все это вылить на них, на эти деревья, там 100 тысяч, ну, то есть в 1000 раз больше. Шансов на данный момент ноль. Это исторический факт. Ждать, когда наши придут, я могу не дождаться. Ну, Елена Александровна, давайте вы.
Теперь причина застоя уже такая, как бы сказать, ну, назовем ее научной. То, что мы говорили, это быть. Это наша жизнь. Причина застоя научного. Узкие рамки селекции плодовых деревьев. Расшифровываю. Презервативы. Кастрация. Вам как вам эти слова? Десятки лет до результата. И поручили кому-то, и потом, как я уже приводил пример, уже три примера. Вот, в течение 2 лет, третий пример, первый, через 30 лет, вот вам новый сорт сливы, а у нас такие сливы, чуть ли не в каждом саду, точно такие же. Вот вам это, значит, груша сладкая, а у нас эти груши как не резаны. А вот вам и абрикос. Абрикос, да, прилично, где-то 30-40 грамм. Мне понравился цвет его, помните, я показывал? Вот такой какой-то ярко-оранжевый. Мне цвет понравился. Вот. Ну, извините, было 1000, станет 1001. Вот. Стоило стараться. А почему? Смотрите, дальше идут тупиковые направления. Микроклонирование. Абсолютный тупик. Это называется, как раньше мы говорили, пиво без... Нет, водка без пива, деньги на ветер, да? Так вот, микроклонирование, клоновые подвои, колоновидность, вот тут я пропустил букву, колоновидность, так, вот, сеянцевая гибридизация, вот эти есть десятки лет, вот она, вот здесь, сеянцевая гибридизация, калечение как метод выжимания урожая, есть такое. И, наконец, отказ от сеянцевых подвоев. Вот это и есть тупиковое направление. И никто меня не послушает, потому что я металлург. Так и сказали. Жили-были три брата. Два умных, третий металлург. Это я. Произошла деградация госплода питомника. Это я все пытаюсь на ваш этот самый. Анатолий, я все вам отвечаю. Деградация госплода питомника. Миллионы южных саженцев, сбитые цены. Нечего нам ловить. Это как надо было мне раскручиваться, это, 20 с лишним лет, чтобы у Сергея, там есть саженцы, помните, я показывал, 500 рублей, 1000, это, и трехлетний саженец стоит 5000 рублей. А у Сергея, чем старше, чем крупнее, я потом покажу ниже. То есть идет, говорят, 1000, 2000, и еще год 500, не 5, а 500. Почему же? Шансов у них не так много. Вот, поэтому после 1000-1500 идет 500. Но я потом ниже покажу такие саженцы. И самое страшное, еще главнее, нежелание воспользоваться выдающимися результатами садоводов-любителей и их выдающимися сортообразцами. Вот. Я привел один пример. У меня хранится в архиве вот эта фотография. Она сделана мной 30 лет назад. Тогда не было цифровых фотоаппаратов. Но если бы вы знали, сколько здесь... За стулья взялись? Нет? Вот. Это культурный сорт. Вот. Название я его не знаю. Это соседский со мной сад через дорогу наискосок. То есть от моего забора до этого забора метров 40 всего. Вот. Здесь было 40 с лишним ведер. Вот. Причем культурно. У меня тоже есть два рекорда по 40. Это Жардели и Манжурец. Но это все-таки поскромнее. Это культурный был. Вот. Я, как всегда, мне некогда, я же еще на заводе работал. Сад подымал на острове. Ну, в общем, на следующий год он был мертв полностью. Ни одной веточки. Вот. А мне кажется, что вот такими делами должна была заниматься не я. Я занимался. Меня же, кстати, и опять по морде. Железов, ты свой саженец, то есть, а ты откуда взял? Да у других. А где же их брать-то, я не понял. На Марсе нас все не пускают. Где же брать-то их? Другое дело, что если я увеличу, я вам покажу 1,5-2 раза эти плоды. Это что, шутки, что ли? И вот получается, вот это потеряно навсегда. А откуда он? На что привит? Я тогда ничего не понимал в этом. 40 ведер культурные вкусные плоды. Я представь себе, что вся страна была бы в таких. У вас везде теплее, я потом докажу. И вот я вынужден был что написать правильно. Я, Железов, смог повторить
только 30 лет спустя. То есть это достижение, это 30 лет спустя. Значит, 30 лет целое поколение ученых и страны в целом коту под хвост. Понимаете? Тут где-то у Латинкова, у Ботнара, у Бродского чуть-чуть теплилось, так сказать. Вот эта вот селекция настоящая, настоящая, вегетативная. А поколение ученых коту под хвост. Представляете? Забыли, что такое прививки на сенцевой подвой. Ой, какие будут большие деревья. Ой, кажется, кого большого собирать-то. Да ты его вырасти вначале. Вот такой вырасти. А потом ломай голову. Подогнать или сюда пожарную машину. Вот, с этим с длинной лестницей. Или не подгонять. Знаете, я когда вишня у меня растет, где-то четвертая часть за забор свешивается. Прямо на дорогу. Вот. И у меня есть фотография, она есть прямо вот тут, но я никогда до нее дойти не могу, на самом конце. Там ребята подогнали грузовик, можно, ну, наши деревенские, Константинович, подогнали грузовик и стоя в этом, как это называется, ну, в грузовике, ну, в этом, в кузове. И вот так вот прямо перед носом плоды собирали. Вот, 8 ведер с одного места. Какой ужас! Деревья высокие, с них не собрать. Давай это. Я потом расскажу, как самые глупые, смешные, нерентабельные, плохие, как бы еще подобрать-то, нежизнеспособные подвои вишни выращивают, которые даже стоять не могут, как те дети, у которых головка не держится. Вот. Это я потом. Знаете, так страшно, думаешь, Господи, нажить еще одного врага, которое все это, ай, все. Вот и каждый раз боюсь показать, и боюсь показать. Человек уже настолько не молод. И жалко. Так, итак, коту под хвост.